Всем привет! Наконец-то к нам тоже дошла зима на Кубань. И сегодня по поводу такого повода мы едем кататься на покатушке. Позвонили друзья сейчас, пригласили проехаться по зимней Староминской. Да, велосипедисты едут. Пашка. По снегу тоже решили покататься. Пашка. Вас приветствуем. А ну камера не передает все равно, что мы вертикально стоим. Конечно. А если застрянем? Так едут. Снегом не видно, коварный снег. А тут лужа по пояс. Ну да. И стал на въезде. Знаешь, тут надо блокировку включить. О, вторая газ. Большой обзорчик машин сделаем. Вот чипованная Нива у нас сегодня с лебедочкой на сильверах. Блокировки стоят. Багажничек, все путем, базара нет. Этот у нас квадроцикл. Один будет сегодня участвовать. Гризли, да? 700-ка. Ага. Радик 200-й будет. Тоже. Да, сейчас будем кататься. Да. А может здесь, а может туда поедем на старый карьер. Да, и вот полностью стоковая Нива у нас будет сегодня. А еще подтягивается Патриот. Полностью чипованный. Но у него нету тормозов, походу. У нас Нортеки тут будут стоять. Тут все тюнинговано. Привет. Поднятый буквально по колено. Вот так вот. Ну, небольшой обзорчик сделали. Будут подъезжать, будем рассказывать.
тут и прадик уже приехал. Позорит, блин. Сейчас его пацаны достанут. А, нет, он пошутил. Он блокировку сейчас включил. Ага, едет все нормально. Прадик могет. Да прадик это сила. Никого там не отдуплю, Пашу не отдуплю. Да его нету сзади. Он в колею, видишь, упал. Кызушку. Как ты говоришь? Кызушка. А что это? А что ты сам поехал? Захотел покататься? Нету троса. Давай, цепляй. Есть за что цеплять спереди? В смысле, что делать? Тут копать бесполезно. Квашня. А ты сейчас нам не пользовался, да?
Надо же интернет смотреть. Ну да. Она покупает модных шапок. А заяц убежал от тебя, да? Наказал. Володя, он знаешь, какой здоровый? Вот такой, я тебе говорю, матерый, рыжий, черный. Я его обогнал, ну видел, обогнал он, блядь, меня перед. Ну да, да. Не-не-не, назад, 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 назад! Рывок надо! Да назад! Да-да-да! Нашел! Кстати, да, как, прям как у патрола, кстати, ситуация. Да, смотри, его все равно туда, как якорем, сука, тянет, хоть и колесо. Новая была, он бы везде проехал. Да, да. Она зимняя хорошая. Ты ему колею сделал, и он поехал. Чтоб не упал вон. А, там лед. Все. Да, замерзли. А, ну назад так сюда и есть. Да нормально. По бампера. Даже пороги такие. Нет, серьезно, пороги. Не, реально даже полколеса не было. Видел, как она. Видел. Нормально. Там воды поменьше было. Да, и попил. Ох, зайца погнал Пашка, а он и Паша. Ох, побежал. Вон сколько снега. Как бульдозером горнем его. Сейчас я вперед поеду. Понаметало. По самый бампер. На снегу.
примерно вот так вот снега. Проехали, все интересно. Едем по колее, по Димона. После УАЗа Нива. Привод все равно, привод. Бля, снег прибавился как. А я не знаю. Все, Митсубиси почти приехала, да? Ля-ля, он мне на все деньги дает. Он даже по рации некогда выйти ему. Что такое? А ну сейчас подойди сюда. Не едет, сука. Это надо записать. Ты уже на ручнике едешь, Серый. Спокойно проезжаем. Ну да, даже едет. Не цапанулись. Ну уже нам ветер. Я ж почему и еду не боюсь. О, тяжко как, а? Видишь, вторая? Да. Так ты не на пониже. Ну да. Сузуки устал, он хвостиком машет сзади только. Если какая Сузуки? Митсубиси. Ага, Митсубиси. Митсубиси, она уже Сузуки, Сузуки. Хвостиком, мах-мах. Может, давай назад? Двигатель кипит на ёбаных японцах. До дому, может. Добираемся домой по темному. Люстру включили, как днем все видно. Уже одни мы остались, остальные уже давно дома сидят. Накатались от души с Генчиком, да, Генчик? Да.